Могли ще не переконатись на власні очі, який досвід практикують в Європі, в наших закордонних країнах світу, як саме поводяться там з тваринами, безхатченками, тваринами, чи переймаємо ми цей досвід, зокрема, в нашому місті. Про це та інше будемо говорити з нашою гостю Олена Бардан, член Ради зоохисної організації «Фенікс». У нас в гостях. Доброго ранку, дякую, що завітали. Тема актуальна по двох причинах, тому що дуже скоро, буквально через декілька днів, відзначається Всесвітній день безхатніх тварин, а по-друге, ця тема актуальна в нашому місті, і вона пов'язана з африканською чумою. Про це все будемо говорити далі. Але в мене все ж таки запитання, яким чином допомагають в нашому місті безхатченкам, безхатнім тваринам? Наша організація существує вже більше 3 років. Ми займаємося конкретно спасенням. Что это значит? На протяжении всего этого времени, по возможности, если поступают звонки от очевидцев каких-то неприятных ситуаций, сбили собаку, избили, выкинули домашнее животное, выбросили кошку беременную. То есть различные варианты, ситуаций на самом деле очень много. И вот во всех этих случаях волонтеры звонят нам, мы пытаемся скоординировать их работу. Кто-то доставляет, кто-то спонсирует транспорт, кто-то спонсирует приемы ветврача, кто-то оплачивает дальнейшее содержание. И таким образом животное вылечено и в дальнейшем ищет себе хозяина. То есть співпрацюєте, да? А есть место прихистку? То есть можно залишить у вас тварину, там, пожить? Оставить животное на все время, конечно же, не получится однозначно, потому что, к сожалению или к счастью, не знаю. Наверное, к счастью, у нас нет приютов, потому что приют – это не панацея, это не спасет город. При таком количестве животных их негде будет содержать. Места не хватит однозначно на всех, и это не выход. У нас есть временное место содержания животных на время лечения, на время пристройства, на время, пока мы ищем новых хозяев, или просто животное проходит реабилитацию, допустим, там агрессивный пес, с ним занимается кинолог, и вот пока с ним занимается кинолог, он находится на территории нашей передержки. Потом, через время, когда мы находим хозяина, или же если мы уже животное пристроили, естественно, животное покидает это место. Мы не можем содержать на постоянной основе, к сожалению. Так, зрозуміло, але ж дуже часто вони не знаходять своїх людей, які будуть заглядати. У мене таке запитання, звідки, чому у нас так багато безхатніх тварин? Тому що я навіть проводила статистику, читала, що Миколаїв посідає лідируючі місця в цьому питанні. Чому так? И рахунку им не ведется, их просто много, вот ваша думка. Все на самом деле очень просто, это только лишь потому, что у нас очень неответственные жители, люди не хотят заниматься стерилизацией, люди не понимают, что чипирование и стерилизация – это действительно выход, все говорят, что это все равно ничего не поменяет, хотя это неправда. Если простерилизовать всех тех, кто есть сейчас, и при этом чипировать всех домашних, чтобы их никто не выбрасывал. Вот как вы слышали в ролике, что за выброшенное животное человек может получить штраф. Такие штрафы у нас там такого высокие. Нет, у нас даже 100 гривен за это штрафа нет. Более того, никак никто не докажет, что эта собака была именно этого человека. Соответственно, из-за этого возникает проблема. Люди выбрасывают, эти животные размножаются. Даже если мы простерилизуем всех, кто есть сейчас в городе, однозначно появятся новые, потому что люди выбрасывают, безответственно относятся. Кошка родила, котята подросли до 2 месяцев, все котята оказались на улице. Собака родила, там щенки до месяца подросли, когда кушать сами уже могут. Их выбрасывают на свалки, на дорогу, на улице, а потом вот кого-то пристроили, как вы говорите, кому-то получилось найти дома, кому-то, к сожалению, нет. И, естественно, эти животные остаются и размножаются дальше. Это повезет, если там из 5 этих щенков 4 мальчика и 1 девочка. Как правило, все наоборот. Так, все, ну, да, и потом эти 4 девочки родят еще по 5 щенков, и каждый при плоде будет еще по 5 девочек. И вот так этот круг, он никогда не остановится, если не будет ответственности у хозяев. Дійсно, это какой-то прям такой замкнутый круг, але что варто что-то делать. Я думаю, что вы, как организация, что-то делаете. Какие проекты запланированы у вас? С какими, возможно, структурами вам варто співпрацювати для того, чтобы не было того и той проблемы, которую мы имеем на сегодняшний день? Ну, в первую очередь, большая проблема нашего города – это стихийные рынки. Для людей это, как правило, выход. То есть кошка родила, забрали всех котят, отнесли на рынок Колос, например, самый распространенный птичий рынок. Так, вот хотела еще вас запитати, вот я трішечки перебью вас, что стоят эти такие манежи, и там отдаем в гарні руки, або приймем с гарних рук. Что это? Это просто бизнес, такой вот нечестный бизнес на животных, потому что, как правило, забирают, чинят котят по немаленьким ценам. Это, насколько я знаю, когда-то мы узнавали там, от 50 до 100 гривен. Я кішку хотіла здати, то 30 гривень. То ну, где-то так, смотря хто там, у каждого свої розцінки, видать. И потом эти котята в лучшем случае просто попадают в плохие руки. То есть они отдают абсолютно всем. Это люди
которые не имеют ни финансовой, ни моральной никакой возможности иметь животное. Человек просто шел мимо, увидел, ему вот в эту секунду захотелось, он кошечку взял, а потом он через 30 секунд понял, что оно ему не надо, он ее выбросил, и таким образом, вот опять же, та же ситуация, то есть животные как были на улицах, так и остаются. Ну и самый страшный вариант, с которым мы давно боремся, это когда коробочницы заматывают в коробки скотчем животных, вывозят их на кладбище, в дубки, в посадки, в какие-то... За город выбрасывают очень часто, вот как за Баштанкой выезд. Вот там очень часто мы находим в сторону кладбища много коробок. Но очень часто животные погибают от того, что задыхаются. Кого-то успеваем спасти, кого-то нет. Слухайте, ну, можливо, що якось треба варто припинити, звертатися до органів влади. Ну, тобто ми знаємо про те, що відбувається, що ми поїдемо десь на Баштанське шосе, побачимо там купу мертвих тварин, і що? И что же делать? Как с этим бороться? Вы понимаете, это человеческий фактор. Мы с ними на уровне закона боролись и не раз. И да, власти содействуют, помогают, действительно там штрафуют, запрещают им стоять на этом месте. Но это человеческий фактор. Сегодня полиция есть, сегодня полиции боятся, ушли, завтра полиция не пришла, завтра стоят. То есть это как любой стихийный продуктовый рынок. Пока есть возможность, люди будут стоять. Тем более спрос есть. Есть люди, которые приносят животных, естественно, будут те, которые будут стоять. Да, их стало чуть-чуть меньше, было их порядка 10 человек. Да, вот так, на каждом кроте они практически были. Да, да, и их сейчас стало чуть-чуть меньше, но опять же, это не 2-3 человека, а больше. Поэтому даже каждый выкинет по 3-4 котенка, этого уже достаточно. Тобто, висновок такий, що не варто от віддавати в такі стихійні. Шукати, може, серед там друзів пропонувати, да, от знати кого. Если есть такая возможность, ни в коем случае не отдавайте, пожалуйста, этим женщинам, которые обещают, что подарят этих животных самые лучшие, самые шикарные ручки, потому что это все неправда, это просто черный бизнес за счет жизни животного. Логически подумать, 30 гривен за котенка, сколько котенок скушает? А если она его не пристроит сегодня и завтра, и послезавтра? Он скушает намного больше. Но нет логики, они не добродетели, которые просто так, на бесплатной основе себе хотят оставить 50 котов и с ними жить. У большей части из них животных в принципе дома нет. То есть они не любители животных. И не может быть такого, я сама занимаюсь пристройством животных, бывает такое, что ты 3 месяца не можешь пристроить животное. Вот вроде бы все хорошо, а 3 месяца почему-то не получается пристроить животное. Поэтому 30 гривен – это смешная цена, это просто человек взял за сегодня. Вона постояла сьогодні, пристроїла, повезло, не пристроїла, викинула, все. Я зрозуміла. Ще одне таке запитання. От нещодавно епізоотична комісія нашого міста прийняла рішення позбавлятися безхатніх тварин, тому що африканська чума, для того, щоб не хворіли тварини. Хотілося б від вас перших вуст дізнатися. Ви з цим погоджуєтесь, ви це підтримуєте, чи ви проти? Поясніть нам, будь ласка. Так, коли взагалі вся ця історія почалася, і коли нам сообщили о том, що этот вірус якобы распространяется очень активно по городу. Ну, конечно же, нас обеспокоило все и сразу, потому что свиньи – это тоже часть зоозащиты, и их жалко не меньше от того, что их будут тотально уничтожать. Причем большую часть убивают ведь только лишь потому, что они могут быть носителями. Ну, если, например, в поголовье 12 свиней, если одна захворила, то всех инших всех остальных убивают, да. Это, конечно, очень печально, но сам факт, что собаки и все остальные животные, кроме свиней, не болеют этим, они не подвергаются этой болезни, как и люди в том числе. То есть это не опасно для здоровья людей, это не опасно для других животных, кроме как самих свиней. Так о чем такие риски? Чего была такая проблема? Потому что это финансы. То есть если кто-то переносит, как человек, так и собака, они могут перенести эту болезнь. То есть на лапках, там, на шерсти, но точно так же и люди. Если люди с этой территории вышли, проехались там по городу, походили по рынкам, просмотрели в разные стороны, постояли рядом с мясом, то в теории человек тоже мог перенести эту инфекцию. Поэтому этот способ борьбы, он, наверное, не очень действенный, потому что он толку не даст. Это, во-первых. Во-вторых, всех собак не отловишь, всех собак не истребишь. Даже если сильно захотеть, это не получится. Поэтому это просто было принято решение, мне кажется, наспех, потому что люди думали, что вот все случится беда, и власти должны были что-то сделать. То есть власти должны были как-то отреагировать, и они нашли самый быстрый, самый простой, каким показалось, способ. Конечно же, мы были против этого. Естественно, мы
ходили на митинг, протестовали, потому что это не совсем гуманное решение, не только лишь потому, что мы за животных и не хотим, чтобы убивали котов и собак, а еще потому, что на это смотрят дети, но это ненормально, когда днем идут дети, маленькие, там неважно, взрослый ребенок, да, и не для каждого взрослого это приятная картина, да. Это просто морально тяжело, поэтому это тоже очень важно. Конечно, принять факт, что будут тотально истреблять животных по городу, ну, это, мне кажется, любой здравый человек не хотел бы этого. Но сейчас было уже принято, я надеюсь, окончательное решение, что просто мы предложили со своей стороны вариант, как это сделать так, чтобы городу помочь, чтобы город не страдал, и при этом, чтобы не страдали собаки, о которых мы думаем. Коты не так волнуют, почему? Потому что власти понимают, что кот не пробежит 20-30 километров, это нереально просто для кота. А в свою очередь для собаки, да, 10 километров собака может с легкостью преодолеть. Да, поэтому вообще было принято решение, что животные на территории очага вот этой инфекции, подозрения, где есть, отлавливаются центром защиты животных, коммунальное предприятие городское наше. И мы, волонтеры, принимаем их на передержку временную, на время карантина. То есть это 40 дней, собачка посидела, за 40 дней там она полностью очищена, получается, от этой инфекции, и она возвращается в ареал обитания. Если же она не стерилизована и нет клипсы на ушки, ну, вы видели по городу очень много таких собачек, то тогда ее стерилизует КП, Центр защиты животных, и потом возвращает обратно на место. Плюс она прививается от бешенства обязательно. Я зрозуміла. Скажіть, а взагалі це здійснена така мрія позбутися якомога більше безхатніх таких тварин в місті? Може нам якось, чи досвід цей той самий європейський, чи якось, наприклад, на Западі така практика, що народився, там четверо котят, віддаєш їх. Ну, от я не знаю, як з цим боротися і що робити? Все просто. Если люди будут действовать по тем схемам и по тем планам, которые предлагаем мы, конечно, это не будет завтра, это не будет послезавтра, и, наверное, это даже не будет через год, но через 2-3 года сократить значительное количество животных вполне реально. Для этого не так уж и много нужно. Просто стерилизация... Давай еще эти такие напрямки вашей схемы. Да. Давай, еще раз нагадаем, давайте их назовем еще раз. Конечно же, важно, чтобы все хозяева стерилизовали своих животных. Неважно, мальчик, девочка у вас, это не имеет никакого значения, потому что если даже вы стерилизовали только девочек и остались мальчики, то ваши мальчики могут благополучно помогать дальше размножаться. Так, питание по ходу, сколько зараз коштує стерилизовать? Если это на коммунальном предприятии Центр защиты животных, для бездомных животных, это бесплатно. Да, если это для домашних животных уже, все зависит от ситуации. Конечно, вообще врачи берут стоимость немаленькую, это порядка 500-600 гривен за самку, и за самца это до 300 гривен. Но если вдруг человек готов простерилизовать всех своих животных, и он реально понимает, что это важно как для него, так и для города, мы готовы помочь в этом вопросе, потому что мы сотрудничаем со многими частными клиниками, которые на время делают нам там определенные скидки. Допустим, девочка, стерилизация будет стоить 300-350, а мальчик 150-200. Это значительная скидка, особенно если не одно животное, а 2-3. То есть сумма будет ощутима, конечно, тогда. Так, я зрозуміла. Дякую вам. У нас в гостях була Олена Барден, чоловік зоозахисної організації «Фенікс». Ви робите гарну справу, продовжуйте її. Я сподіваюся, що мешканці нашого міста будуть вам в цьому допомагати. Гарного вам продовження дня!